Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в новом видео. Хочу попробовать себя в новом направлении. Это записывать всевозможные топы. На виджеты, на Muse, на Joomla, на полезные сервисы и так далее. Посмотрим, как пойдет. Если вам эта тема будет интересна, то потом можно будет развить данное направление. Итак, поехали. Сегодня мой первый топ. Топ 5 адаптивных виджетов для Adobe Muse. Что такое адаптивный? Если кто не знает, это возможность динамически подстраиваться под экраны браузера. Другими словами, на любом устройстве будет смотреться виджет хорошо. То есть, что бы это ни было, адаптивная галерея или адаптивное меню. Если хотя бы один сайт вы делали на Adobe Muse с точками остановки, так называемыми, адаптивный сайт, вы, наверное, уже могли заметить, что это очень времязатратно, а бывает даже и проблематично, в зависимости от сложности проекта. И сейчас такое время, что виджеты стали делать адаптивными. То есть нам не придется заморачиваться вот с этими точками остановки. Виджет уже будет смотреться хорошо на любом устройстве. Вот преимущество адаптивных виджетов. Итак, поехали. Номер 5. Открывает наш топ Responsive Price and Plan Table. Это у нас тарифные планы. Можно разместить от 1 до 4 вариантов тарифных планов. Все гибко настраивается, меняются цвета любого элемента, а самое главное, имеет адаптивный дизайн. Это очень легко проверить, мы за край браузера можем стянуть наш браузер и увидеть, как перестраиваются блоки и смотрится все очень-очень хорошо. Итак, возможности. Работает в нескольких контрольных точках. Очень легкий. Ссылки, планы на подписки через PayPal систему. Вы сможете добавить до 6 функций для каждого плана. Выберите один из более чем 600 шрифтовых высококачественных иконок для каждого значка плана. Можете выбрать подобающий шрифт. Ссылки через PayPal можно вывести на такие варианты. Корзина, купить сейчас, пожертвование, подарочный сертификат, подписка, автоматическое выставление счета, рассрочка. Ссылки можно вешать на тарифные планы, как внешние ссылки, внутренние ссылки или на якоря. Четвертое место занимает Responsive Site Menu. Это адаптивное меню. Полностью отзывчивое. Это значит, что не придется заморачиваться с точками остановки, оно сразу будет адаптивным и смотреться хорошо на всех устройствах. Вы видите верхний бар, синяя полоска меняется цвет или ее можно отключить. Вот такая вот иконка. И мы также это проверяем, просто сужаем браузер. Внизу, как вы видите, ползунка нет. Возможности данного виджета полностью отзывчивы. Добавление изображений к пунктам меню в формате JPG, PNG, GIF, SVG. Ссылка на якоря можно повесить внутренние страницы и внешние страницы. Установить скорость к прокручиваемым объектам для якорей. Или добавить замедленную скорость прокрутки также для якорей. Отлично подойдет для любого лендинга в Adobe Muse. Третье место моего топа занимает виджет Responsive Full Screen Video. То есть это значит видеофон во всю ширину сайта. Мы можем это сделать простыми методами, но не будет адаптивного дизайна. Данный виджет предоставляет также полностью адаптивный дизайн без каких-то заморочек с точками остановки. Сейчас перед вами видео моего урока в виджете, и мы можем также посмотреть. У нас все по центру, внизу никакого ползунка не возникает.
отлично видео встает во всю ширину браузера. Итак, особенности включают в себя. Видео работает на всех контрольных точках, ну то есть точки остановки. Возможность добавления постера для видеофона. Ну то есть, например, если интернет долго грузится, сначала будет показываться постер. Когда видео подгрузится, будет показываться видео. Внимание! Можно загрузить любую картинку для кнопки play и паузы. Добавить форматы Webn и OGG для браузеров, которые не проигрывают MP4. То есть мы загружаем видеофайл непосредственно в виджет. Можем добавить наложение цвета поверх видео. Добавить паттерн, сетку, например, также поверх изображения. Сделать видео циклическим, то есть видео будет проигрывать и проигрывать снова. Отключение звука в видео и легкий вес данного виджета. Второе место моего топа занимает виджет Full Screen Slideshow Cover. Это просто сногсшибательный, обалденный виджет, аналогов в сети интернет я не видел. Сейчас вы видите тестовые как раз таки слайд-шоу, загруженные с автомобилями. Видите, какие прикольные переходы эффектов. И, конечно же, здесь у нас все адаптивно. Внизу ползунок не появляется, вы это можете видеть. Сразу, то есть без точек остановки, просто перетаскиваете виджет на холст, загружаете изображение, немножко настраиваете, и у вас все готово. Возможности данного виджета 100% ширины и высоты. Выберите из 74 анимационных эффектов переходов от изображения к изображению. Это очень круто. Добавьте ссылки на изображение. Добавьте наложение цвета на ваше слайд-шоу. Добавьте заголовок и описание над вашими изображениями. Установите длительность каждого слайда, включение управления слайд-шоу, автозапуск слайд-шоу, полностью респонсивное адаптивное слайд-шоу. Итак, мы подобрались с вами к первому месту. И первое место по праву занимает виджет Responsive Lightbox Gallery. Можно вывести миниатюры, можно сделать график, стайл через любой элемент, например, на иконку. По клику на данную иконку выводится слайд-шоу, внизу видны миниатюры, стрелки переключения, увеличение, уменьшение. По весь экран, автозапуск, закрытие, а самое главное, у нас это все дело адаптивно, друзья. Да, вот так вот. Все очень-очень здорово. Через данную галерею можно вывести и видео, загруженное с YouTube, также переключение, и вывести видео через сервис Vimeo. Галерея является полностью настраиваемым для вашего веб-сайта в Adobe Muse. Вы можете использовать галерею изображения видео YouTube Vimeo Video HTML5. Вы можете настроить все цвета в Lightbox и выбрать из различных вариантов в Lightbox галереи. Добавить неограниченное количество элементов в галереи и добавить столько галерей, сколько вам нужно для вашего сайта. Первоначальные элементы отображаются в виде миниатюры. Когда мы кликаем на миниатюру, идет подгрузка Lightbox галереи. Миниатюры и Lightbox галерея полностью отзывчивы. Галерея поддерживает сенсор, то есть изображение можно перелистывать пальцем на телефоне, например. Анимированные миниатюры, 20 анимационных переходов. Полная поддержка экрана, поддерживает масштабирование, как я уже говорил. Очень легкий и возможность переключать изображение с клавиатуры. Виджеты представлены в данном топе коммерчески. Стоимость от 5 до 10 долларов за штуку. Данные виджеты предоставляет контора. Вот и подошел к концу этот видеоурок. Надеюсь, для вас мой первый топ понравился. Я вас очень прошу поддержать меня лайком. Меня это очень сильно будет мотивировать. Подпишитесь на канал. И обязательно напишите в комментариях под этим видео, какие бы вы хотели видеть топы в рамках моего YouTube канала. Это не обязательно может быть Adobe Muse или Joomla, может быть какие-то сервисы. А также, если вам понравилась подборка,
Также напишите об этом. Если я увижу, что вам действительно это понравилось, то я подберу в следующий раз еще какие-нибудь топы по адаптивным виджетам. И у меня в планах есть еще очень много-много идей по различным топам. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам наилучшего. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.